объясняли, кто информацию распространяет. Вице-президент ВКонтакте Илья Перековский. Важную кинороль в этом фильме. Маша, ты уже чувствуешь, что для тебя все горизонты, все перспективы открыты, можешь искать друзей, отправиться смотреть кино, что на да, ну это будет удачи. Напомню, что показ состоится в кинотеатре «Король» фильм «Паника» до 17 апреля, ну а твоя игра состоится, Маша, прямо сейчас. Желаю тебе удачи, желаю... Твою мать, блядь! Ой, мою мать! Пиздец, нахуй! На вас специально, что ли, не специально? Да нет, проехать вроде хотела. Все, нахуй. Ну, давай проезжай! Дура, блядь, тупанула. Хорошо, но может с той стороны? Ну попробуйте с той. А с той-то нету заезда? Там нету, но если только вот тут вот где-нибудь встать. Ох ты, елки-палки. За здесь писать. Че, он его не видел? Ну че, блядь? Сейчас уебутся. Ты что говорил? Вот придурки, смотри-ка. Слепая зона же. Мертвая зона, он же там не видит никуда. Баран ебаный, сука, блин. Что ты торопишься? Ты видишь, вырулил, блядь. Куда торопишься, блядь? Ты в зеркало смотри, ёб... Я смотрю в зеркало, блядь. Еще смотри, ёбаный, в рот, блядь. Смотрите, ты ёбаный, блядь, а не я, нахуй.
В зеркало смотри, блядь, в следующий раз, блядь! Я смотрю в зеркало, когда выруливаю, блядь. Я смотрю, блядь. Нихуя ты не смотришь, блядь. Урод, блядь. Ай! Все. Лось. Как сказать, песня-то про поколение, можно сказать. То есть, когда приезжаешь утром, приезжаешь и видишь, что сюда, парень, который ты видел с кем-то в пионерском лагере, даже чуть не повздорил в свое время. Ну, детский.